Что, прямо с обрыва в воду? Представляешь, говорят, что он таблетки пил для сердца. А от них уснуть можно прямо на ходу. Вот он и уснул за рулем. Игорь, Кристина, я так сочувствую, такое несчастье. Спасибо, Вань. Саш, поешь? Слышишь, тебе нужно что-нибудь съесть. Несчастный случай, конечно. Он не сел бы за руль, если бы он выпил таблетку. Почему он сорвался, приехал? Почему мне не позвонил? Мне кажется, вся эта история с вечеринкой и смертью Олега как-то связаны. Саша, Саш, поговори со мной, пожалуйста. Саша. Со мной поговорить не хочешь? И он, видимо, посыпал мне что-то в стакан. И потом я отключился в машине. А когда проснулся, ноги ватные, голова раскалывается. И я сразу Сашку искать. Но потом друзья мне и рассказывают, что его чудил. Ладно. Если у Саши другая версия, я тебя найду. Кстати, Паш, у меня фотик Сашкин. Передайте, пожалуйста. И скажите ей, что я очень сожалею о том, что случилось. Спасибо за портрет. Она говорила, что людей больше не фотографируешь. Это было давно, еще до тебя. Ты когда-то хотела умереть. Ты о чем? А что? Мне больше никого не осталось. Все меня бросили. Даже ты. Как ни странно, призрак оказался самым верным и постоянным. Да, Сашка? Когда-то мне тоже хотелось умереть. Я выходила на крышу, становилась на парапет. И долго смотрела вниз. Я думала, что не заслужила жить, раз она ей было 6 лет. Это была суббота. Где-то 5 утра. Я поднялась на крышу, чтобы пофотографировать город. Слышу Сашку. Я, наверное, разбудила ее, когда собиралась. Я бы могла ее отправить домой. Я
наругать, сказать, что она мне мешает. И она бы ушла. Но... Паново свет. Не смей даже думать об этом, поняла? Тебя никогда не брошу. Никогда не потеряю. Это же внук Зои. Я звонил, его номер не обслуживается. Так. Хорошо. Давай детально проговорим все, что у нас есть. Кристин, мне плохо. Малышка, я верю, сейчас легче станет. Ты постарайся заснуть. Закрывай глазки. Значит, Антон специально был на вечеринке, чтобы поссорить Влада и Сашу. Да, чтобы он не провожал ее домой. Антон должен был вывести ее на трассу, а там уже ждал призрак. Ладно, Влад уходит. Но призрак преследовал ее дома тоже. Мало того, он откуда-то знал о платье Сашиной мамы. Ты до сих пор уверена, что это не Зоя? Не знаю. Я уже ни в чем не уверена. Кристина. И, в принципе, мотив у нее есть. Убить Олега и Сашку, и все. Она единственная наследница всего состояния. Да. Нет. Не сходится как-то, нет. Откуда она знала о вечеринке? Саша вряд ли бы с ней поделилась. Она даже мне не рассказала. И когда Олег разбился, она все время была возле Саши, не отходила от нее. Ну, я не знаю, может, ей кто-то помогает. Слушай, камеры. Ты же устанавливала камеры у нее в спальне. Мы можем их посмотреть? Да, я пробовал вчера посмотреть, но Олег поставил пароль. Ладно, я завтра кое с кем встречусь и попробую узнать побольше. Черт, голова раскалывается. Надо на свежий воздух. Пойдем. Слушай, а здесь здорово? Да. Я здесь иногда прячусь от всего. Давай помогу. А ты давно с Олегом знаком? Да, я 5 лет на него работаю. Ну, то есть работал. А почему ты думаешь, что он бы не сел за руль, если бы таблетку выпил? Я понимаю, что так нельзя, но это же не всех останавливает. Однажды он попал в ужасную аварию, если бы я проехал мимо и не увидел, Олег бы просто не выжил. Он выпил таблетку и просто уснул за рулем. С тех пор он никогда не садится за руль, когда их пьет.
Но в крови же их нашли. И из аэропорта он уехал на арендованной машине. Так камеры показали. Не знаю. Погиб мой друг. Не просто босс, а друг. Я почему-то уверен, что ему в этом помогли. Не знаю, почему, но я в этом уверен. Просыпайся, слышишь? Тебе пора уходить, чтобы никто не увидел. Ну почему ты не берешь трубку? А потом Кристина убедила Олега, что этот Поляков лечит ее от бесплодия, и никакой измены тут нет. Я пробил клинику, он действительно там числится, и она стоит у него на учет. И что, вы хоть раз ее возле этой клиники видели? Да в том-то и дело, что нет. И он не часто там появляется. А где часто? Я кину вам адрес. Спасибо. Может, подбросить вас? Я прогуляюсь. Да, еще. Вы поможете взломать доступ к камере? Хорошая нас. Конечно, помогу. Сбросьте мне ссылки. Обязательно. Счастливо. Кристина, мне надо в больницу. Пожалуйста, Кристина. Черт, ну откуда я знаю, сколько еще? Да, извини, пожалуйста. Сейчас я посмотрю. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Мы знакомы? Нет. Какие у тебя отношения с Кристиной Орловой? Да никаких. Мы на йогу вместе ходим. Только йога? А как же ее бесплодие? А, ну да. Я лечу ее от онологического бесплодия. А что? А теперь давай правду. Я знаю, что она ни от чего не лечится. Что вас связывает? Что вас связывает? Я ей лекарства достаю. Какие лекарства? Кортикостероиды. Зачем? Да я без понятия.
Попробуешь не связаться, я узнаю. Проходи. Хорошего дня. Да ладно. Ты что-то узнал? Да, Кристина уже полгода без рецепта достает кортикостероиды. Зачем? Да я не знаю зачем, но мне кажется, это все как-то подозрительно. Слушай, а что если она не для себя, а для Сашки? В смысле? Может, она этими таблетками ее убивает? Привет. Ты что такая нервная? Игорь, это Кристина. Что? Она запугивала Сашу. Погоди, Кристина, ты что здесь, Кристина? Черт, надо звонить в полицию. Погоди. Постой, давай ты сядешь в машину ко мне и все спокойно расскажешь. Хорошо. Слушай, я только что… Лиза, это Игорь. Что? Игорь помогает Кристине, они любовники. Ты меня слышишь? Ни в коем случае не едь к нему. Ты меня поняла? Я Кристина, жена Олега. Лиз, чего ты молчишь? Лиза! Садись там. Нет, не волнуйся. Ну, пропали фотографии, что делать? Да, я перезвоню, Сереж. Ноги. Кто звонил? Мой агент. Сережа. Ты представляешь, у меня агент появился. Сережа. Там какие-то проблемы на стоке. Фотографии мои потерялись. Он решает. Это неважно. Занимательно. Что там с Кристиной? Да я… Мне кажется, что я тоже увидела призрака и почему-то подумала, что это Кристина. Вот. И… Да успокоилась я уже, понимаю, что вообще это бред какой-то. Слушай, я, наверное, домой поеду. Приму горячую ванну.
Я буду весь вечер искать себе хорошего психолога. Кажется, дверь заблокирована. Куда ты меня везешь? Домой тебя везу. Ты же ванную собралась принимать? Пожалуйста, я сама доеду. Чего так? Кто тебе звонил, Лиза? Что? Кто тебе звонил? Паша? Ну да, Паша. Верный тузик, Олега. Хороший парень, только очень-очень упрямый. Ты гляди, как вовремя. Лиза, ты у Игоря? Пока нет, но скоро она там будет. Оставь ее, тварь. Не дай бог с ней что-то случится, я тебе голову оторву. Ты меня понял? Ну это все ясно, 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 ясно. Слушай меня. Если тебе нужно, приди и возьми. А если вызовешь полицию, Паша, я ее убью. Я ее убью. Лиза, Лиза. Ну, кто тебя просил в это лезть, а? Ну, какого черта? Как мне теперь все это разгребать, а? Все? Все? Отпусти, пожалуйста, отпусти! Пожалуйста, отпусти! Голову, 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 голову! Голову! Руку! Руку! Я тебя прошу, пожалуйста. Дай руку. Дай руку. Вставай. Вставай. Будешь дергаться, будет больно. Лежи тихонечко. Саша. Саша. Кристина! Саша, будешь дергать, сделаю больно. Черт.
Что ты со мной сделаешь? Я не знаю. Пожалуйста, позвони Кристине. Пусть она отпустит Сашу. Поздно. Ей 15, Игорь. Она твоя племянница, она любит тебя как никого. Пожалуйста, позвони Кристине. Я не могу. Сашка все равно умирает, и она мучается. Если бы был хоть единственный шанс ее спасти, ты думаешь, я бы этого не сделал? У нее есть шанс. У нее есть шанс. Просто Кристина ее вводит постоянно стероиды. Она убивает ей сердце. Пожалуйста. Пожалуйста. Позвони. Я тебя прошу, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, слушай, я тебя очень прошу. Нет. Нет. Кристина делает это для того, чтобы Сашка не мучилась. Да. Малышка, ты же хочешь к маме и папе, правда? Вот я тебя к ним не отпускаю. Жених приехал. Нет, пожалуйста, не надо их. Пожалуйста, нет. Нет, пожалуйста. Никому
так хотела полюбить, но где же тело, что хочет жить, и растеряла я все, что несла в себе, чтобы отдать тебе, себе, ему и ей, но никому. Ты собери меня из осколков слез. Я буду твоим дождем, что мой грех не любви. Не отпускай меня, я всего-то держусь чуть-чуть. Вы с Игорем Орловым, находясь в интимных отношениях, решили убить своего мужа и его дочь. Зачем? Чтобы завладеть его состоянием? Это неправда. Это неправда. Я очень любила Олега. Я его очень любила. А Олег перед отъездом в командировку установил камеры в вашем доме. И одна из камер была в вашей спальне. Я из записи телефонного разговора, вашего с Олегом. Ночь перед убийством. Олег вам сказал, что еще остается в командировке, а сам заказал билет назад. Почему? Не знаю. Ну, потому что он посмотрел запись. На одной из камер. Подожди, что случилось? Мы вчера ночью ее поймали. Оказывается, она не один раз деньги воровала из сейфа. Ее внук там в какую-то криминальную историю непонятную попал, и она пыталась отдать. Поэтому работай спокойно, мы в безопасности. Хорошо. Ну тогда спокойной ночи. Я люблю тебя. Я. После этого он прилетел в город, арендовал авто и сразу приехал к вам. Там вы его и убили. Что за бред? Ну да, он ко мне приезжал. Зачем? Затем, чтобы сказать мне, что я скотина. И дать по морде. Сказал, дал, уехал. Все. И вы даже не попытались ему ответить? У него больное сердце. Я бы себе никогда не позволил поднять на него руку. Послушайте, приступ у него начался у меня дома. Он выпил таблетку, я ему дал воды, он ее запил. Потом он сел в свою машину и уехал. Видимо, по дороге потерял контроль над управлением, и случилось то, что случилось. Такое уже случалось раньше. Криминалисты нашли следы его крови у вас на столе в гостиной. Здорово. Как ты мог? В смысле? Ты же брат мне. Я спрашиваю тебя, как давно вы спите? Погоди. Как давно? Так, спи. Постой. Давай нормально поговорим. Спи. Давай. Отпусти. Убери руки. Сейчас. Руки убери. Убираю. Убери руки. Сердце. Сердце. Сейчас воды дам. Легче. Какая ты тварь! Какая ты тварь!
Послушай, Олег. Я вас обоих уничтожу. Я разведусь с ней. И она ни копейки не получит. Ни копейки. Ни копейки ей не достанется. Какая же тварь. И живите, как хотите. Я не знала, что Игорь убил Олега. Ты ничего об этом не знала. Ну, конечно же, вы не знали. Как и не знали, кто запугивал его дочь, переодеваясь в платье ее покойной матери. Послушайте, вы доказали нашу связь с Игорем. Я признаю, да, у нас был с ним роман. Но не о смерти Олега, не об этой вечеринке, я ничего об этом не знала! Вам еще раз напомнить, что у нас есть видео с камер. И как долго вы запугивали ее в этом образе? Полгода. Зачем вы звонили Саше Орловой в ночь вечеринки? Потому что я ее дядя. Вы, наверное, не поняли. Ну, хорошо. Давайте еще раз попробуем. Зачем вы звонили Саше Орловой в ночь вечеринки? Ты же вроде как не носишь сережки. А теперь ношу. Ну, давай, колись. Ну, я просто ищу свой образ. Так, ну, а если честно, ты куда собралась? Ну, а если бы я и куда-то и собралась, ты бы меня сдал, да? Ты правда так думаешь, Сашка? Нет, конечно, не сдал бы. Спасибо. Только мне нужно знать, где ты и с кем ты. Понимаешь? Только это завтра, и я не знаю, что делать с Лизой. Не хочу ей говорить. А давай мы вообще ничего говорить не будем.
Лизу я возьму на себя. Спасибо. Я иду на вечеринку. Я иду на вечеринку. Впервые. Дядя Игорь, спасибо. Хорошо, то есть, получается, вы рассказали об этом Кристине, и она закрыла долг внука домработницы в обмен на что? Чтобы он попал на вечеринку. Мы ведь с вами договорились. Вы скостите срок Кристине. А инициатором отношений Лизы Власовой и Игоря Орлова были вы, не так ли? Заставить любимого мужчину спать с другой женщиной. И все ради денег. И, кстати, Игорь очень удивился, когда узнал, что вы хладнокровно убивали девочку, у которой были все шансы выжить. Минуточку внимания. Давайте послушаем наше юное дарование Саши Орлова. Удачи. Эту выставку я посвящаю моим родителям и, можно сказать, моей сестре Лизе. Я пережила сложный период в своей жизни. Но все самое плохое, что со мной произошло, только укрепило мое сердце. Поэтому своими работами я хочу сказать: никогда не сдавайтесь. Все даже самое плохое, что с вами происходит, делает вас сильнее.